расскажи, кто ты, сколько тебе лет, где ты уже ездила, чем ты занимаешься. Я Олесья Ray, мне 15 лет, я катаюсь из Германии. Я ездила на юниорский гран-при и на юниорский чемпионат мира. И еще ты мне пинцу подарила, откуда? Я ездила на ее. Да, правильно. Окей. И чем мы с тобой вместе занимаемся? Почему мы с тобой встретились? Мы ставим произвольные. А почему ты выбрала эту тему? Потому что мне очень нравится, как он двигается и как он зажигает на сцене. И поэтому ты хотела под майку катать, да? Да. Окей. А почему ты бы хотела вот именно под него, кроме вот всего, что ты мне сейчас сказала, у тебя есть, может быть, еще что-то, почему ты бы хотела вот именно под него, а не под какого-то другого артиста, который тоже умеет, может быть, хорошо двигаться и зажигать сцену? Мне вообще просто нравится слушать его музыку. Это важно. Да. Я всегда уже хотела когда-то под него покататься. Повезло, да, супер. И что вот мы сейчас с тобой работаем, тебе все легко дается, все трудно дается, 50-50, как у тебя вот по ощущениям, как бы вот, как мы эту программу как бы строим? Мне все легко дается. Мне нелегко дается эта первая часть и последняя. Вторая часть легче. Да. Но тебе нравится то, что тяжело? Да. Мне нравится выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое. Ты не обязана это говорить, потому что я рядом. Да. Если тебе не нравится, ты можешь сказать это. Ничего. Но тебе вот в плане программы, что бы ты хотела, вот мы сейчас в самом начале, мы сейчас только ставим, вот в конце сезона, что бы ты хотела как бы иметь через эту программу или выучить через эту программу? Выучить как? Пока, ну, делать не тип, ну, типа шоу, только когда ты на соревнованиях на этом. И чтобы другие люди хотели прийти и посмотреть именно на твою программу, потому что им нравится. Ну, программа. Да, да. Ну, так, типа, зажигать других людей тоже. Показывать тоже экспрессию на лице. Да, это уже неплохо, в принципе. Но это самое главное, если тебе нравится. Мне очень нравится. Это что-то другое, чем как я раньше работала. И мне нравится, что мы пытаемся каждое движение сделать как можно больше к идеалу, лучше к идеалу. Чтобы программа вся вместе смотрелась хорошо. Да, спасибо большое, мне приятно. Ну, мне кажется, мы с тобой хорошо поискали, потому что мы старались с тобой каждый раз много разных кусочков того, что мы от него видим, как-то приклеить в одно целое, и чтобы это постоянно было как с маленьким сюрпризом, чтобы везде были всякие какие-то подарочки, знаешь, спрятанные, как бы, ведь куда не ходишь, киндер-сюрприз, чтобы вот так вот как-то было. Ну, супер. А на каком ты соревновании это покажешь? Я надеюсь на юниорском группе. Окей, супер. Тогда будем ждать. Да. Спасибо тебе, Олеся. Будем тогда. Боже, спасибо большое. Не волнуйся.
young and innocent then. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. And do you remember?